Производственную площадку компании «Мегамикс» посетили сегодня студенты кафедры биоинженерия и биоинформатика Волгоградского государственного университета. Начало экскурсии, организованной предприятием, началось с инструкций по технике безопасности и демонстрации презентационных роликов. А затем будущие биоинженеры полностью погрузились в атмосферу высокотехнологичного, интенсивно развивающегося предприятия, применяющего инновационные технологии в производстве кормовой продукции для животных. Живой интерес вызвал и производственный цех. Ведущие специалисты доступно рассказали о технологиях, оборудовании и, конечно, про возможности современной испытательной лаборатории, которая является одним из европейских лидеров по количеству и качественному контролю кормов и кормовых компонентов. В аналитическом центре студенты увидели самые современные приборы и новейшее оборудование отечественных и зарубежных производителей из США, Кореи, Австралии, Японии и стран Европы. Студенты были впечатлены увиденным и активно задавали вопросы, связанные с аналитикой и логистикой производства. На самом деле я очень удивлен, придя сюда, потому что у меня складывалось совсем другое впечатление. И когда я сюда ехал, на самом деле я еще проезжал вот такие места, я даже представить не мог, что здесь на самом деле настолько инновационное предприятие. И я, придя сюда, я все это увидел, я увидел, в каких условиях здесь работают люди, и я действительно в восторге. По словам многих студентов, кто побывал сегодня на предприятии, они всерьез рассматривают компанию «Мегамикс» в качестве возможного места будущей работы. Вот честно, я не ожидала, что в Волгограде может быть такой завод на таком уровне, чтобы было большое производство, очень большой склад, большие лаборатории, все так чистенько. Я просто в восторге. Правда, я такого не ожидала. Думала, такое есть в Москве, в Питере и где-то за границей там. Вообще, если честно, я раньше не рассматривала работу дальше по специальности. Я думала, что все-таки у меня жизнь не ведет с этой дорожки, так получится. Но придя сюда и увидев вот этот уровень, я подумала, что, возможно, стоит попробовать. Это, правда, очень интересно для меня. В свою очередь, руководство компании «Мегамикс» весьма заинтересовано в кадрах высокообразованных и готовых к внедрению новых технологий. Нашей компании, конечно, нужны ценные кадры. Но в первую очередь, так как у нас инновационная компания, нам нужны люди, которые будут готовы все время учиться. То есть обучаемые и замотивированные узнавать новое. Очень быстро технологии развиваются. Мы стараемся в ногу с технологиями работать, да, чтобы достигать тех результатов, которых мы себе планируем, да, и приводить к успеху наших клиентов. Именно поэтому наши сотрудники, которые у нас работают, и те, которые будут работать, это вот одно из самых основополагающих их качеств. Нацеленность на результат и стремление к обучению и к познанию нового. Сегодня компания «Мегамикс» ждет молодых специалистов для работы в Волгограде и в Липецкой области и открыта для сотрудничества с вузами по профильным направлениям.